Всем привет! В эфире ваш путеводитель в мир выходных. Чем заняться в ближайшее время, разберемся вместе прямо сейчас. Молодежный драматический театр «Мастерская Самара» представляет 6 апреля в 18:00 «История стара, как мир». На сцене «Ромео и Джульетта». Спектакль о настоящей, верной и вечной любви, о преданной дружбе, о неистовой вражде и неизбежном примирении. Сюжет всем известной истории, рассказанной сегодняшней молодежью, держит зрителя в напряжении до самого финала. Ведь история Ромео и Джульетты не зависит ни от времени, ни от места и может повториться завтра, сегодня или прямо сейчас. Перед истинной любовью нет никаких границ. Соскучились по весне, теплу, уюту, спокойствию, музыке, стихам, согревающим душу? Тогда все дороги ведут на квартирник. Здесь апрель. В субботу вечером на Ленинградской 23 слушаем песни и стихи самарских авторов и исполнителей. В пятницу, 8 апреля, зрителей приглашают в театр драмы «Камерная сцена». Покажут поединок по Александру Куприну. 1905 год. В маленьком городке на окраине России размещен пехотный полк. Все офицеры изнывают от скуки, а 20-летний подпоручик Ромашов, волею судеб оказавшийся в армии, страдает от неразделенной любви к жене своего сослуживца, даме умной, красивой и расчетливой. Нешуточные страсти начнутся в 18:30. В воскресенье самарцев приглашают на концерт в Самарский костел. Прозвучит новая программа «Музыка семьи Бах». На протяжении нескольких столетий выходцы из этого рода становились профессиональными музыкантами. В результате фамилия Бах стала синонимом профессии «музыкант». Кого из этой семьи называли «великим Бахом»? Какой известный музыкант чуть было не стал родственником Иоганна Баха? Ответы на эти вопросы на концерте. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока. What?